Интересно, что здесь присыла. Потому что оказалось, что деньги я отправляла на тот же счет, что и в предыдущем магазине. Особо сад. Вот. И пришло все с того же места, с Калиновки. Посмотрим, что здесь сорта совпадают или нет. Буду распечатывать. Тут похоже, что все в порядке. Прислали те сорта, которые я и заказывала. Сейчас посмотрим подробнее. Хозяин, видимо, один. Усадьба сад. И садим.com.ua. Но садим.com.ua ничего не напутали. Прислали те растения, которые я заказывала.